В Приморье устраняют последствия урагана. На регион обрушился сильный ветер. Его скорость достигала 30 метров в секунду. Стихия оставила без света весь Хасанский район, более 32 тысяч жителей. В прибрежных районах на проводах ЛЭП образовалась наледь, что приводило к обрывам и отключениям. Ветер ломал деревья и срывал крыши с домов. Кое-где обломки повредили автомобили. Обошлось без пострадавших.